вы берете яблочко, 3 штучки, чистим их. Рецептом вкусного печенья и семейного счастья Евгения Ксенофонтова делится с удовольствием. Пока глава семьи на работе, она с сыном Виктором на кулинарном поединке. Ксенофонтов-младший старательно помогал готовиться. Я пёк печенье яблочное. Мешал тесто. Семья Плехановых на кулинарный поединок явилась в полном составе. Корзинку с сюрпризом делали целый вечер. Мама Татьяна уверена, залог счастливой дружной семьи в совместном досуге. Мы считаем, что совместное такое времяпрепровождение с семьей, это, безусловно, сплачивает нас всех вместе. Это подает пример нашим детям, вот, всем окружающим. И, конечно, каждой семье нужно принимать обязательно участие в таких мероприятиях. Главное условие кулинарного поединка, чтобы в приготовлении блюда участвовала вся семья. Всего на конкурсе 6 претендентов на победу. Торты, печенье, блины. Участники пекли дома. Здесь уже готовые гастрономические шедевры. Среди конкурсантов и председатель Союза молодых семей Елена Широкова, конечно, с домочадцами. На собственном примере показывает, семья на первом месте. И даже если у кого-то в этот день работа, стараемся отпроситься, стараемся как-то все в этот день быть, и дети всегда с нами. И вот мясо, а Захарит макал, в масло, вот масло, а я вот мешал там тесто. Два пирога сделали. Победители кулинарного поединка получили дипломы и вкусные призы, а лакомства, приготовленные участниками, съели за общим столом. Олег Зверев, Алина Чемерис, Максим Гусев. События.